Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Зая, ты как раз вовремя. У меня потрясающие новости. Встреча прошла на ура. Так что с сегодняшнего дня твой муж официальный представитель выставки «Живопись. Взгляд в будущее». Зая, ау, ты меня слышишь? Господи, Агния, что случилось? Ничего страшного. Не считая того, что я узнала. Про тебя, про Катю. И вашего ребенка. В смысле? Ты плохо слышишь? Ты отец ребенка. Зая. Избавь меня от этих удивленных глаз. Катя мне во всем призналась. Потом стала ко мне приставать сама, я бы никогда. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Теперь знаю. Ну, она мне проходу не давала. А я мужчина. Тогда, может быть, хватит перекладывать вину на нее? Тебе не идет образ невинной жертвы. Вот я как знал, что ты мне не поверишь. Вот поэтому тебе ничего не говорил. Как представил себе вот этот вот адвокатский взгляд, так и все. Камни, прости, мне сейчас невыносимо тяжело. А мне? Ты же не просто изменил мне. Ты врал мне все это время. Ты сыграл на самом дорогом, на ребенке. Катя не могла знать, что я хочу установить малыша. И то, что Лена моя подруга, значит, это все придумал ты. Ты просто издевался надо мной. Прости меня. Прости меня, я боялся тебя потерять. Может быть, деньги, которые я тебе даю? Не смей это говорить. Я хотел сделать как лучше для тебя. Ты мечтала о ребенке. Я думал о тебе. Обо мне? Я люблю тебя. Мы справимся вместе. Не трогай меня. Ты мне противен. Собирайся и уходи. Наша компания недавно расторгла контракт с одним из топ-менеджеров. Досрочно. При этом ему была выплачена солидная сумма компенсации. Это было прописано в его контракте? Да, так называемый золотой парашют при увольнении. Так вот, мы с Вадимом Семеновичем, как и остальные наши акционеры, считаем, что выплата была произведена необоснованно и незаслуженно. Почему? Работал плохо. Он не то, чтобы нам прибыль не принес. Мы с ним в минус ушли. Ну, какие могут быть золотые парашюты, еще и в таких размерах? А что сказано в его контракте об условиях выплаты?
Выплата только в случае выполнения обязательств в полном объеме, в том числе при положительной эффективности действий топ-менеджера для компании. У него в совете директоров наверняка есть свой человек. Мы даже догадываемся, кто. Вот он и протолкнул решение о выплате. Чтобы оспорить выплату компенсации в суде, нужны доказательства. Веские доказательства того, что действия менеджера нанесли компании материальный ущерб. Мы найдем документы и поднимем все контракты. Агния Евгеньевна, мы хотим, чтобы вы представляли нас в суде. Спасибо за доверие. Тогда будем работать. Как зовут ответчика? Михаил Корничук. Хорошо. Тогда на связи с Агнией Евгеньевной. Ждем документы. Угу. До свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Процесс обещает быть громким. Я тебя поздравляю. Наталья Петровна, я должна вас предупредить. Я знакома с Корничуком. Мы учились с ним вместе в университете. Это тебе помешает? Ни в коем случае. Вот и отлично. Что у тебя с лицом? У тебя все в порядке вообще? В полном, Наталья Петровна. Хорошо. Ну, свинарник ты тут развел. Ну, так бери тряпку в руки и вперед. А ты меня ни с кем не перепутал? Ой, тебя перепутаешь. Это от уборщицы хоть есть толк. Что ты вообще приперлась? Я рожаю, ты не забыл? Мне деньги нужны. Жена твоя наобещала золотые горы и соскочила. А мне теперь что, в городском роддоме рожать? В бюджетном отделении? Логичный финал, учитывая, что ты сама виновата. Запорола мой прекрасный план по своей дурости. Это я запорола? А кто? Надо было ротик свой-то прикрыть. Мазню надо было свою выкинуть. Пикассо, блин. Сделай сама что-нибудь сначала, а потом выкидывай. Так а раз ты такой работяга, деньги где? А нет у меня денег. Ври больше, а как же половина совместно нажитого? По брачному договору никакой половины. Вот это мое и мотоцикл. Так продай мотоцикл. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Да, Катенька? А ты бери картинами. И что мне с ними делать? Печку топить? Никакого от тебя толку. Все самой придется. А разве алкоголь и антидепрессанты смешивают? Я не смешиваю. Я чередую. И дверью не хлопай. На помойку? Конечно, нет. Отправлю курьерской службы Сергею. Меньше всего сейчас хочется с ним встречаться. Как же он сволочь. Еще меня в это впутал. Мне так перед тобой неудобно. Ты тут ни при чем, Лен. Очень даже при чем. Повелась, как идиотка на вранье. Обрадовалась дурище. Побежала тебя уговаривать взять ее ребенка. Если бы я ей не поверила. Ну а как ты могла не поверить? Он все так точно рассчитал. Вот как мне теперь с этим жить, а? Ни мужа, ни ребенка, ни семьи. Так, так. Только не раскисай. Все еще у тебя будет. А ребенка можно и без мужа взять из детского дома. А мужчина? Да черт с ними, с мужчинами. Пусть они за тобой бегают. Знаешь, сколько парней умрет от счастья, если ты обратишь на них внимание. Может, пусть лучше живут? Пусть. Все как-то устроится, родная моя. Надо только немного подождать. Может, все-таки на помойку?
Привет. Привет, Володь. И снова прими мои поздравления. С чем это? Ну как же. Дело золотого парашюта. Уже все в курсе. Готовься. Журналисты на тебя набросятся, как голодные акулы. С чего это такой интерес? Острая тема. Такие заголовки будут. Корпоративная роскошь. Миллионы за увольнение. Адвокат на страже справедливости. Ай, про меня такого никто не напишет. Развод и дележка детей никого не интересуют. Это пока ты не займешься разводом звезд. Звезды ко мне не обращаются. Нет, надо менять специализацию. Не меняй, пожалуйста. Мне будет нужна твоя помощь. Я хоть и не звезда, но тоже развожусь. Привет, Левушка. Грустил? Да нет, с чего это? Да ладно, Тимасельчик. Меня-то тебе чего стесняться? Все были уверены, что генеральный филиал должен стать ты. Ну и что? Электронная сигарета. Расслабься, сладко. Вот только когда он вернулся, я ему стала абсолютно не нужна. Насколько мне известно, ты здесь тоже времени даром не теряешь. Не выключай, я смотрю. Ты спишь. А ты повставай в 5 утра со мной. Может, мне еще пить с тобой? Надо же как-то расслабляться. После работы. А что ты, а что назад все притащила? Ты же хотела вернуть. У меня приняли только туфли. Дура ты, Катька. Ну все, сиди теперь без денег, зато в люксе. Я попробую продать через интернет. Ты попробуй лучше работу. Ищи. Зарабатывай. Хватит уже у матери на шее сидеть. Мужиков себе нормальных найди. Мама, какие мужики? Какая работа? Мне рожать через 2 недели. Катя! Прямо Ромео. Че он приперся? Вообще-то это отец твоего ребенка. Кать! Да выгляни. Ну скажи, пусть поднимается. Не буду ему ничего говорить. Пусть валит туда, откуда пришел. Ну, дурень-то ты. Радоваться надо, что пришел. Какой-никакой отец у ребенка. Вы же заживете, как нормальные люди. Катюша! Да позови ты его, ну орет на весь дом. Перед соседями стыдно. Так, еще запроси у них протокол собрания Совета акционеров, на котором они постановили прекратить сотрудничество с Нортранскомом. Что-то еще? Да, еще нужны все документы, подтверждающие, что после этого заседания Корнечук продолжил работу с Нортранскомом или его дочками. Подписанные контракты, выставленные счета, счета фактуры, платежки. Нам нужно доказать, что по его инициативе проводилась активная деятельность, несмотря на запрет акционеров. Угу, хорошо. Кстати, снова звонили журналисты, спрашивали, будут ли комментарии по поводу дела Корнечука. Будут. После того, как мы получим решение суда. А сейчас нужно не комментировать, а работать. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Осторожно. Ирина Петровна. Да. Это вам. Ну что, ну зачем это? Ну, есть что отметить. У меня тут прошла выставка. Картины активно продаются. Ну, поздравляю. Это же здорово. Я туда пойду на стол накрою. А вы тут поговорите? Сынок, когда на выход? Руки убери. Кать, ну что ты как не родная? Я к тебе пришел предложение делать, а ты руки убери. А ты уже развелся? В процессе. Мы с тобой будем богемная семья.
Ты снимаешься, я пишу. Так ты ищешь на чью шею присесть? Это не ко мне. Я не твоя дурочка Агния. Лучше бы ты деньги принес. А ты только о деньгах и думаешь. А ты со своей юристкой по большой чистой любви жил? Не смеши меня. Дура, ну что ты понимаешь вообще, малолетка? Да пошел ты! Да не ори на меня! Ты идиот, я не ору, я рожаю! Ирина Петровна! Ирина Петровна! Алло? Привет, Агаша. Это кто? Что, старых друзей не узнаешь? Корнейчук. Что ты здесь делаешь? Тебя жду. Хочу пригласить старинную подругу в ресторан. 100 лет не виделись. Ну, ты же знаешь, что как адвокат противоположной стороны я не могу ходить с тобой по ресторанам. Давай хотя бы в машине пообщаемся, как в старые добрые времена. Вообще-то я спешу. Неужели не интересно узнать, что я хочу тебе сообщить? Хорошо. Только в моей машине. Желание женщины – закон. Прекрасно выглядишь, Агаша. Как жизнь вообще? Замужем? Миш, давай без дружеского трёпа. О чем ты действительно хотел поговорить? Ну, то, что между нами было, точно не дружба называется. А клиенты в курсе, что у нас роман был? Студенческий роман. Они в курсе всего, что касается дела. Так что ты хотел? Все та же прямолинейная Агния. Да. Я хочу, чтобы ты дело проиграла. Всего-то. Ну, это же какая мелочь. Если те козлы-акционеры добьются отмены выплат, это отразится на моей деловой репутации. Моим новым боссам это не очень понравится. Это, конечно, печально. Но как технически я могу проиграть? Как ты себе это представляешь? Так тебе ничего особо делать не придется. Так, заиграешь один документ, который указывает, что я принял, возможно, спорное решение. Ну или сделай так, чтобы судья не придал ему значения. Короче, не мне тебе рассказывать. Я не буду это делать. А ты не спеши отказываться. Что тебя ждет у Золотаревой? Максимум партнерства. А я предлагаю юридический отдел международной корпорации с перспективой через год стать главой департамента. А давай уж сразу президентом. Я серьезно. Ты нужна мне в команде. Хватит уже разменивать себя на мелочи. Даже не знаю, что меня больше возмущает. То, что ты думаешь, что я могу предать клиента, или то, что ты считаешь мою работу мелочью. Я так не считаю. Уходи. И запомни. Еще один такой разговор, и судья об этом узнает. Скажи, а принципы не особо мешают в личной жизни, а? Наконец-то! Ну где тебя носит? Пошли быстро! Куда? Ребенок где? Случилось что? Садись, пиши. Что писать? Отказ. Я не подумав писала тебя как отца, теперь тебе тоже нужно написать отказ. Опеке это будет проще, меньше возни с документами. Стоп, подожди, я... Должен отказаться от ребенка? С какой стати? А зачем он тебе? Я свое уже подписала. Давай, не тупи. Но я не хочу. Подписывай. Слушай, что ты вообще устроила? Это же наш сын. Ну так иди и забирай нашего сына, только без меня. Ну вот куда тебе, младенец? Ты совсем рехнулся, что ли? Пиши. Дура бессердечная.
сволочь. Нет, я так не могу. И что? И как я один? Залиште голосове повідомлення після сигналу. Алло. Это из 6-го отделения полиции беспокоит. Сергей Владимирович Коронец, ваш супруг, погиб в ДТП. Зая, это я. Малыш родился. Катька от него отказалась. Может, отыграем все назад? Ты должна меня простить. Я дурак, но парня-то жалко. Чего ему в детдоме-то? Одному расти при живом-то отце. Я не справлюсь без тебя. Начнем сначала. Перезвони мне, хорошо? Обязательно. Нет, копия не подойдет. Мне нужен оригинал договора с Нортранскомом. Может понадобиться графологическая экспертиза подписи Корнейчука. Это основное доказательство ущерба от его деятельности. Несколько миллионов убытков только по этому договору. Так что я жду оригинал. Может, тебе отгул взять? Похороны все-таки. Какой отгул? И так времени ни на что не хватает. Ты только не молчи. Обращайся, если что нужно. По-моему, я только и делаю, что к тебе обращаюсь. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь, да? Прости, Володь. Я не могу сейчас говорить о таких вещах. Все слишком тяжело. Это ты меня прости. Слушай. А может быть, эту поставим в центр? Убери вообще. Сережа ее не любил. Люди придут помянуть его. Хочется, чтобы здесь были его лучшие работы. А что потом будешь делать с картинами? Передам агенту. Пусть выставляет или продает. Может, хоть после смерти к нему придет успех.
так не съездить. Она, наверное, захочет проститься. Позвони. Мне проще съездить. Хочешь узнать про малыша? А я думал, ты закрыла эту тему. Катя! Катя! Что тебе нужно? Похороны завтра в 12. Потом поминки у него в мастерской. У меня завтра весь день съемка. А с кем ребенок будет? С добрыми тетями из детского дома. Сергей мне сообщил, что ты от него отказалась. Я думала, он соврал. Я, в отличие от тебя, своих решений не меняю. И не я одна от него отказалась, и ты, и твой любимый Сереженька тоже. Мне жаль. Жаль ей. Обращайся в опеку, забирай его у государства. Геморна зато бесплатно. А это за мной. Здесь у нас самые младшие члены нашего дружного коллектива. Те малютки, о которых мы говорили. Вот Лиза, Марьяна. А тут Андрей. Андрюша, какой он маленький. Эй, привет. Мальчик спокойный, улыбчивый, без каких-либо отклонений и задержек в развитии. Очень редкий случай в наших условиях. Беспроблемные роды, ни наркотиков, ни наследственных заболеваний. Позже я покажу вам его медицинскую карту, сможете убедиться. Он чудо. Красавец. Видимо, мать решила делать карьеру модели, а ребенок оказался не нужен. Мы с вами на одной стороне. Я всегда открыта к диалогу. Наш дом малютки один из лучших в этом городе. Хотя мы и испытываем постоянные финансовые трудности. Я была бы рада помочь. Дайте мне реквизиты для перевода. Мы будем очень благодарны. Лучше наличными. Через банк, бывает, средства долго идут. А есть какая-нибудь информация о его биологических родителях? Для меня это важный момент. Я вас очень хорошо понимаю. Все приемные родители беспокоятся о возможных проблемах с наследственностью. Но вы меня понимаете. Имена, фамилии, адреса. Я не имею права разглашать. Конечно. Ну, хотя бы в общих чертах. Но, как я уже говорила, абсолютно здоровый ребенок. Без каких-либо нежелательных нюансов. Родился 5 мая. Мама молодая, здоровая. Написала отказ сразу после его рождения. Отец, к сожалению, погиб 9 мая этого года. Нет-нет, никакого криминала. ДТП. Я уверена, это ребенок Кати и Сергея. Почему? Спасибо. Спасибо. Совпадает по датам. И потом Светлана Юрьевна упомянула, что мать модель. Он даже немного на Сергея похож. Я когда его увидела,
У меня сердце в грудь подпрыгнуло. Я же десятки анкет просмотрела. Ни с одним ребенком такого не было. И что будешь делать? Готовить документы для усыновления. Не боишься? Будешь смотреть на него, вспоминать все, что было. Вов, после смерти Сергея это все уже совсем не важно. Новая жизнь важна. Новый человечек. Он такой забавный. Если бы ты его видел, ты бы меня понял. Значит, занятия в понедельник, вторник, четверг. Поняла. Да, документы вышли на почту. Спасибо. Прислали только что с курьером. Тут все. Бухгалтерский отчет, протокол собрания акционеров и договор с Нордтранскомом, подписанный Корнейчуком. Все оригиналы. Наконец-то. Отлично. Это же 100-процентная победа. Спасибо. Мальчик спокойный, улыбчивый, без отклонений и задержек в развитии. Между нами очень редкий случай. А что здесь происходит? Почему вы показываете моего мальчика? Что значит вашего? Агния, дорогая, как хорошо, что вы заглянули. Мне надо с вами поговорить. Дина, Олег, я прошу прощения. Пройдите, пожалуйста, я прошу вас. Идемте, идемте, идемте. Вы не имели права никому показывать Андрея. Вы нарушили наши договоренности. В первую очередь я думаю о благе мальчика. То есть они благо, а я нет? Агния, успокойтесь. Послушайте меня. Назаровы, полная семья, обеспечены. Живут в частном доме с большой придомовой территорией. Ну вы же понимаете, насколько Андрею будет лучше расти в таких условиях. Ему будет лучше с любящей матерью. И отцом. Не будьте эгоисткой. Наша общая задача сделать так, как будет лучше для мальчика. А для вас я найду другой очень хороший вариант. Как раз об этом я и хотела с вами поговорить. Сколько они вам заплатили? Может быть, устроим аукцион? Или мне обратиться в прокуратуру по вопросу торговли детьми? Ваши угрозы неуместны. Вы сделали добровольное пожертвование нашему дому малютки. Учтите, я им не уступлю. И никакие другие варианты мне не нужны. Наконец-то у нас будет сынок. Он тебе понравился? Малыш чудесный. Только я не понял, что это была за женщина. Да там одна тоже презентует на Андрюшу. Директриса мне рассказывала. А ей что, отказали? Ну да. Извините, пожалуйста, мы можем поговорить? Это по поводу Андрея. Мы спешим. Мы вас слушаем. Светлана Юрьевна не должна была показывать вам Андрюшу, потому что я его уже усыновляю. Я заканчиваю школу приемных родителей. По документам мальчик свободен. Понимаете, это сын моего... очень близкого мне человека, который умер. Андрюша фактически мой сын. Мы не знали. Нас это не касается. Мы свой выбор сделали, а вы говорите с директором. Кошмар, как ей не стыдно. Да, Светлана Юрьевна не должна была нам его показывать, раз эта женщина его уже усыновляет. Директриса как раз все правильно сделала. Давай посмотрим кого-то еще. Ну, ты знаешь, как сложно найти здорового младенца. Не хочу никого смотреть. Пусть эта дама смотрит.
Ну, ты же слышала, там исключительный случай. Ребенок для нее не посторонний. Очень даже не посторонний. Андрюша, сын ее погибшего мужа от любовницы. Угу. Откуда ты знаешь? Светлана Юрьевна рассказала. А ей сама эта женщина поведала. Наверное, хотела на жалость надавить. Но она все равно не имела права разглашать личную информацию. Да и спасибо нужно сказать, дорогой мой. Андрюшу ни в коем случае нельзя отдавать этой женщине. Вдруг она захочет отыграться на нем за обиду. Ну, если так... Никому тебя не отдам. Не сомневайтесь, Вадим Семенович. Вы же предоставили неоспоримые документы, которые подтверждают вашу правоту. Во сколько начало заседание? В 11. Ой, простите, в 12. Может быть, еще раз пройдемся по моим показаниям? Я не хочу, чтобы они выглядели отрепетированными. До завтра, Вадим Семенович. Ну что ж, до свидания. Хорошо, что я тебя застала. Уже убегаю, Наталья Петровна. Хочу предложить тебе взять еще одно дело. Завод обвиняет мне достаточно очистки сточных вод, несмотря на недавнюю модернизацию. Как раз твой профиль. Отлично. Я беру. До свидания, Наталья Петровна. У меня через час аттестация в школе. А потом хочу еще успеть заскочить к малышу. Ты только в клушу не превращайся, пожалуйста. Мне нужна моя прагматичная Агния. Ни в коем случае. Поработай дома. Хорошо. Шш, не плачь только. Ну, пацан, ты чего? Тихо, 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 тихо. Ему так неудобно. Дайте мне. Да. Ну, у вас здорово получается. Значит, вы решили не отказываться от Андрюши? Так будет лучше. То пусть органы опеки решают, как будет лучше. Я согласен. Но предлагаю при ребенке держать нейтралитет. Разумеется. Хотите подержать? Да. Держите. Обязательно придерживайте под спинку. Да, вот так. Вот так? Да. Держу. Ну что, парень, так тебе нравится? Он любит играть. Андрюша. Ку-ку. Ку-ку. Олежка, ты такой измученный. Проблемы на работе? Да нет. Просто на новое СТО пришли. 3 подъемника. Надо было с ребятами все принять, проверить. А еще я успел заехать к Андрюше. Я тоже хотела, но закрутилась. В следующий раз вместе. Я просто мимо проезжал. Захотелось его увидеть. Как там наш Андрюша? Хорошо. Еще я там встретил эту женщину. Агню. Ну, здрасте. Она продолжает к нему ходить? Ну, имеет право. Я не хочу, чтобы эта женщина находилась рядом с нашим ребенком. Надо поговорить с директрисой. Дина, он пока не наш ребенок. Ты передумал его усыновлять? Нет, но просто пока нет решения опеки, он ничей. Да и пусть Агния его навещает. Чем больше вокруг него людей, которые его любят, тем лучше для парня. Тебе так не кажется?
Держи, Маша Растерёша. Волочка, спасибо. Ты меня просто спас. Слушание завтра. Угу. Не могу сосредоточиться. Голова болит, мысли всякие. Из-за дела? Из-за Андрюши. У меня появились конкуренты. Некий Олег Назаров с супругой. У них есть шансы. И неплохие. Он, оказывается, известный человек в своей области. Я пробила. Владелец автосервисов, занимается благотворительностью. Жена – идеальная домохозяйка, любит детей. Я на фоне их образцовой семьи проигрываю по всем пунктам. Не говори ерунду. Доход у меня явно меньше. Мужа нет. Так, может, тебе выйти замуж? Так где взять-то его? Мужа. Да вот он. Готовенький. Володь, я... Нет, не пугайся. Я понимаю, этот брак будет фиктивный для опеки. Никаких обязательств. А тебе это зачем? У меня появится надежда, что когда-нибудь ты ответишь на мои чувства. Просто подумай над моим предложением. Хорошо? Учитывая все вышеизложенное, на собрании акционеров было решено прекратить сотрудничество с компанией Nordtranscom и ее дочерними предприятиями. Вот протокол собрания. Несмотря на это, через месяц господин Корничук заключил с компанией Nordtranscom новый контракт, который принес его компании многомиллионные убытки. Вот финансовый отчет о деятельности компании, подтверждающий это. Таким образом, господин Корничук нарушил ключевое условие выплаты компенсации. Своей деятельностью он нанес компании существенный ущерб. Мы просим, уважаемый суд, признать выплату компенсации господину Корничуку незаконной и обязать его вернуть всю сумму. А сам контракт у вас есть с подписью ответчика? Да, конечно. Минуточку. Агния Евгеньевна, мы вас ждем. Прошу прощения, Ваша честь. Этот документ точно был здесь. Ваша честь, к сожалению, я не могу сейчас предъявить контракт с Nordtranscom. Он пропал. Сегодня было вынесено решение по резонансному делу о выплате золотого парашюта, вот той самой компенсации Михаилу Корничуку. И знаете, в данном случае слово «золотого» можно не считать метафорой, потому что сумма такая, что позавидовал бы любой. Я не сомневался, что суд примет справедливое решение. Я всегда действовал в интересах своей компании. Также судья Шевченко подтвердил законность выплаты баснословного золотого парашюта. Вот адвокат ИСОВ Агния Коронец, юридическое бюро «Золотарёва и партнёры» потерпела буквально сокрушительное поражение, когда не смогла предоставить суду документы, доказывающие вину Корничука. Вот чем объяснить такой вот провал опытного юриста, не знает никто. Но самое интересное, нам удалось получить информацию из надежных источников о том, что в студенческие годы у Коронец и Корничука был роман. И вот главные вопросы, которые сейчас интересуют всех, возможен ли преступный сговор между ними, и что теперь? Агния Евгеньевна, вас Золотарева вызывала. Наталья Петровна, я не знаю, как так вышло. Накануне перед уходом из офиса я все проверяла. Договор был. Кажется. Меня больше интересует твоя связь с Корничуком, о которой трубят все СМИ. Я говорила, что мы знакомы. Да, только ты забыла упомянуть, что вы были любовниками. А что тебе пообещал Корничук?
Оно того стоило? Наталья Петровна, вы можете меня обвинять в халатности или небрежности. Я слова не скажу. Никакого сговора не было. А ты думаешь, тебе кто-нибудь поверит? А вы мне верите? Она еще спрашивает. Факты говорят сами за себя, и дело в суде проиграно по твоей вине. Фирма еще не скоро оправится от этого оглушительного позора. Мы из-за тебя потеряли перспективных клиентов, и я не удивлюсь, если они захотят подать на тебя жалобу. Я все исправлю, мы подадим апелляцию. В моей фирме ты больше ничего никуда не подашь. Наталья Петровна, ты... Скажи спасибо, что я разрешу тебе написать заявление по-собственному. Ты свободна.